Азербайджан предъявил обвинение экс-госминистру Нагорного Карабаха, бизнесмену Рубену Варданяну. Его обвиняют в финансировании терроризма и участии в создании или деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении госграницы. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов. Он проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе. В сентябре прошлого года бизнесмен объявил об отказе от гражданства России и переезде в Нагорный Карабах, а в следующем месяце занял пост госминистра непризнанной республики. Он был на этой должности до февраля 2023 года. Большое спасибо, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.